В результате схода оползня в районе систем Кольсайских озер никто не пострадал. Спасателям удалось вовремя эвакуировать 9 туристов. Однако движение грязевой массы объемом более 50 миллионов кубометров продолжается. И есть вероятность перекрытия русла реки Кольсай, что может привести к образованию еще одного озера. С места происшествия Аскар Сергалиев. Такого оползня не помнят даже здешние старожилы. За считанные секунды огромная гора раскололась надвое, и грязевая масса объемом больше 50 миллионов кубометров устремилась вниз. К счастью, на пути жилых построек не было, но буквально в нескольких сотнях метров чабанский домик и гостевой двор для туристов. А еще в 5 километрах большой населенный пункт поселок Сата. Но местные жители, похоже, привыкли к частным землетрясениям. Они сохраняют олимпийское спокойствие. До этого землетрясение было, и дождей у нас не было, много осадков. До этого снег выпал, и поэтому вот у нас оползень пошел. Пока гора движется, техника стоит на приколе. Противостоять природной стихии никто не в состоянии. Остается только ждать, пока не уляжется стихия. По предварительной версии, сход сошел в результате серии подземных толчков. Мы предполагаем, что это сила воздействия землетрясения. Оно по карту сейсмирования, оно попадает именно в тектонический разлом. Населенным пунктом Саты никакой угрозы нету. Но другая угроза по-прежнему сохраняется. На пути оползня большая река Кольсай. Вся эта грунтовая масса объемом больше 50 миллионов кубометров продолжает спускаться вниз к руслу реки Кольсай. К счастью, скорость движения уже не та, что была в момент обвала. Если 19 апреля оползень сползал со скоростью 5 метров в час, то в настоящий момент скорость снизилась до 40 сантиметров в час. И все же угроза перекрытия русла реки все еще сохраняется. Разумеется, вывозить всю эту массу никто не собирается. Это заняло бы десятки лет. Да к чему это? Ведь застывший оползень может легко стать туристической достопримечательностью этих мест. Аскар Сергалиев, Кенже Амраев, Алматинская область, Хабар-24.